Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Чапов. Я композитор, аранжировщик и саунд-продюсер. Я являюсь членом жюри конкурса Golden Time Talent. И сейчас я оцениваю 21 сезон, а именно музыкальные ваши работы, которые вы прислали нам. Я очень доволен тем количеством отзывов и тем количеством прекрасных работ, которых вы прислали. И все же у меня есть некоторые рекомендации, которые очень вам помогут в этом конкурсе. Вы присылаете огромное количество работ. Эти работы абсолютно разных уровней. Кто-то записался на профессиональной студии, а кто-то просто исполнил свою песню и записал это на обычный телефон. Тем не менее, и те работы имеют место быть. Но я подскажу вам, как сделать ваши работы более качественными. Ведь мы, судьи, смотрим не только на картинку, которую вы присылаете. Картинка, безусловно, помогает визуальному восприятию вашего таланта. Но самое главное – это то, как вы исполняете. Очень малый процент даже хороших вокалистов может передать эмоцию в своем исполнении. Обращайте на это внимание. Старайтесь максимально раскрыть свой потенциал при записи. Не бойтесь тренироваться, подготовьтесь хорошенько, порепетируйте, и тогда, возможно, ваша работа будет оценена достойно, и вы выиграете гран-при. Даже если вы пишете на обычный телефон, я как сейчас, как звукооператор вам советую, постарайтесь расположить микрофон вашего телефона как можно ближе к источнику звука, для того, чтобы голос, даже если вы поете под фонограмму, которая звучит где-то вдалеке, звучал чуть-чуть громче, чем фонограмма. Если вы профессионально пишетесь в студии, не вылизывайте, не тюньте голос. Сейчас компьютерная техника позволяет вытащить фальшивые нотки, скрасить. Не старайтесь этого делать. Профессионал услышит все равно то, что вы скрашиваете компьютерной программой. Мне важно услышать от вас искренность. И тогда, безусловно, вы достигнете огромных вершин. Всегда тренируйтесь, никогда не бойтесь репетировать. Ставьте для себя высокие цели. Тренируйтесь и смотрите на тех людей, которые делают это лучше вас, учитесь у них. И тогда, я думаю, любой конкурс оценит ваши старания, и вы непременно выиграете. Я желаю вам успеха. С вами был Андрей Щапов. Присылайте свои заявки и выигрывайте международный конкурс. Получайте прекрасный диплом и возможность быть услышанным и быть оцененным по достоинству. Возможно, это станет делом вашей жизни, кто знает. Успехов и удачи вам!